тебя зовут? Меня зовут Джеймс Тибери Кирк. Ты всегда с трудом мог найти место в этом мире. Ты никогда не знал, чего ты стоишь. Ты можешь довольствоваться обычной жизнью. Или чувствуешь, что создан для чего-то лучшего, чего-то особенного. Ты дитя двух миров и навсегда останешься им. Ты способен определить свою собственную судьбу, но тебя мучает вопрос, какой путь избрать. Так ты боишься или нет? Не надо читать нотации мне. Что же ты меня не остановишь? Приготовьтесь открыть огонь! Прикольный корабль! Мне нравится! Космос — это зараза, опасность в сочетании с полным мраком и тишиной. Пристегнитесь. Ну вот, дождались.